Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. В этом ролике речь пойдет о телевизоре Sony XR50X90J. Ссылки на магазины с лучшими ценами на этот вариант я оставлю в описании. Надеюсь, что обзор вам понравится и вы оцените его лайком и напишите приятный комментарий. А если вы хотите оставаться в курсе новинок мира гаджетов, то советую вам включить колокольчик и подписаться на наш канал. Диагональ экрана 49,5 дюймов, разрешение 3840 на 2160, подсветка Direct LED, матрица VA, глубина цвета 10 бит, частота обновления 40-120 Гц. Четкие 4К изображения, как их воспринимает человек. Наслаждайтесь глубоким, естественным и реалистичным контентом. Наш революционный процессор использует данные о человеческом восприятии для прекрасного анализа и мгновенной оптимизации элементов. В сочетании с панелью Full Array LED эта технология создает реалистичные изображения с высокой контрастностью. Реалистичное отображение широкой палитры цветов. Узнайте больше об оттенках, которые естественны и приятны для человека. Cognitive процессор XR позволяет этому дисплею получить доступ к палитре цветов и воспроизводить оттенки с тонкими отличиями, наблюдаемыми в реальном мире. Благодаря расширенному представлению оттенков и более высокой насыщенности даже бледные цвета выглядят реалистично. Реалистичная картинка с глубоким черным и яркими оттенками. Почувствуйте невероятно реалистичную контрастность. Cognitive процессор XR анализирует элементы подобно тому, как это делает человеческий глаз. Благодаря XR контраст бустер светлые участки становятся светлее, а темные темнее, а вы больше не пропустите важный момент из-за резкой смены цветов. Интеллектуальное воссоздание утерянных текстур. Независимо от контента или источника, вы сможете наслаждаться изображением с разрешением около 4К. Cognitive процессор XR имеет доступ к невероятному количеству данных, благодаря чему может воссоздавать недостающие текстуры и детали. Теперь вы сможете четко увидеть шерсть животных и очертания горы. Интеллектуальная обработка движений для четких динамичных сцен. Просмотр спортивных трансляций и динамичных фильмов стал намного приятнее. Процессор Cognitive процессор XR с технологией XR Motion Clarity выполняет прекрасный анализ данных, обеспечивая плавное, яркое и четкое изображение без размытия. Прекрасный лаконичный дизайн. Лаконичный дизайн увеличивает площадь экрана и делает рамки незаметными, ничто не отвлекает от происходящего на экране. А объемность звука не зависит от положения телевизора на подставке или стене. Плоская поверхность для лучшего погружения. Благодаря невероятно тонкой рамке ваши глаза фиксируются именно на изображении, а не том, что находится вокруг него. Незаметная тонкая подсветка с роскошным видом. Незаметная подставка идеально сочетается с самим телевизором, а также подходит к любому интерьеру и декору. Размеры телевизора 111,9 см в ширину, 64,9 см в высоту, толщина 7 см. Вес 13,5 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление ВИСа 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB 2.0, 2 HDMI 2.0, 2 HDMI 2.1, 1 компонентный, 1 композитный, 1 разъем для локальной сети, 1 Satellite In Main F-Type Female, 1 Satellite In Sub F-Type Female, 1 вход для антенны, 1 слот CI плюс 1.4. Присутствует оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Также имеется один разъем 3,5 мм Audio Out. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 4.2. Операционная система Android 10. Выбирайте любимые видео с помощью голоса. Теперь телевизор ваш настоящий помощник. Ищите любимые фильмы, сериалы и музыку с помощью голосового управления. Попросите Google найти название, ищите по жанру или получайте рекомендации по просмотру, спросив, что мне посмотреть. Получайте ответы на экране, управляйте устройствами умного дома и многое другое. Простое управление устройствами умного дома. Управляйте умными устройствами с помощью голосовых команд с любого уголка дома, например, настраивайте освещение или используйте функции других подключенных устройств. Новый взгляд на функции вашего смартфона. Не упустите возможность насладиться любимыми видео, фотографиями, играми и другим контентом на больших экранах устройств iOS или Android.
Общайтесь в видеочате с друзьями и родными на большом экране. Устраивайте сеансы связи с друзьями и родными на большом экране, подключив к телевизору камеру. Поддерживаются камеры от Sony, Logitech и других производителей. Управляйте всеми устройствами с одного пульта ДУ. Вы можете управлять всеми подключенными устройствами с нашего смарт-пульта. Благодаря специальной кнопке можно получить мгновенный доступ к сервисам предоставления видео по запросу. Невероятно объемное звучание любого контента. Благодаря передовым динамикам и Cognitive Processor XR звук из любого источника будет невероятно объемным. Наслаждайтесь более четким звучанием во время просмотра любого контента. Получайте новые ощущения от развлечений благодаря целостности звука и картинки. Звук точно синхронизированный с изображением. Для обеспечения реалистичного звучания технология XR Sound Position раскрывает сущность звука, скрытого за изображением. Благодаря высокочастотным динамикам телевизора Bravia XR Full Array LED звук полностью синхронизируется с изображением, обеспечивая эффект полного погружения. Объемное звучание при просмотре любого контента. Телевизоры Bravia XR позволяют использовать технологию окружающего звука при просмотре любого контента. Технология XR Surround создает звук, окружающий со всех сторон и по вертикали, чтобы вы могли наслаждаться 3D-аудио без установки потолочных или вертикально направленных динамиков. Технология Voice Zoom 2 улучшает восприятие диалога. Четкое звучание диалогов без увеличения громкости телевизора. Даже если речь плохо слышна, технология Voice Zoom 2 определит тип голоса, проанализирует его и повысит четкость звучания. В телевизоре предусмотрено два динамика с общей выходной мощностью 20 Вт. Напомню, что ссылки на магазины с актуальными ценами на эту модель я оставлю в описании. В комментариях пишите свое мнение и оставляйте вопросы по этому телевизору. А также ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и, конечно, включайте колокольчик, чтобы оставаться в курсе выхода новых видео. До скорых встреч в новых обзорах!